На баштай президент Владимир Путинан абон удштыр арвылажон пресс-конференции. Баштай ражамонок зуапратта аллых ужон фарштатан. Кудна баштай кудтактима баштафта, апатадамон ахаштина татахайдар. Шафылдар экономикай райраштама региондан ахошима башт. Пресс-конференции удна телекомпании Швалдыштадон корттар. Балвыртар хабарта разурзан науасхашаг. Президент има балсата чиратах батахканы, усы журналистов от кмагашка фарштыта фыцаква даттынс. Удонай хождарайчи куамажона. Владимир Путин макажан нахаштар жахта, нахиот туалба вазу чахга. Ба фарштой валай нациум проекттай. Агентат тасы шсамыдиш котта усы коттаг. Его юта абондар мадыжардыкканынс, куха сабавцан шахашткананы вина. Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Вот это принципиальный вопрос, мы должны это понимать. А как это сделать? Нужно концентрировать ресурсы имеющиеся, найти их и сконцентрировать на важнейших направлениях развития. Фолдар фарштета даттынц экономика итыхай. Владимир Путин кодамагашка самай баштаях и улышхаса, уйтыхай куама варахай пайда кана нырыккон меню джетай. Нам нужно войти в другую лигу экономик. И не только по объему. Я думаю, что занять пятое место по объемам – это вполне по силам. У нас в одно время мы и занимали пятое место по объему экономики, по паритету покупательной способности. И мы сделаем, я думаю, это. Да? Но нам нужно в другую лигу войти по качеству экономики. Америка амаварашей ахаштина тетахайдар водобажонан кайнафанда юахамнай. РИА Новости удиш шараш жагдар. Фыцегам каналы журналисты фырта таршы ядерон хаштай. Ефедай президентан фейхушын котта. Уавга уйкан чешыллап буйна тыхшын кыны. Путин дарайын бары. Ян хаштам гышка, ахам куттагыр канзан башты шафтма. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. И в этом смысле есть определенные преимущества. Но в целом, в стратегическом балансе, это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов. Вот это что. Это сохранение паритета. Не более того. Я поинагу асхашаге бнатай фарштраттым макуфагап котта, ода юбулдар бамбарштой. Фарштан кана курилыш акадықты тыхай, кана та шабрзинады базырды. Путин маюхат фанышан котта, ураше шабрзинады тыхай алсыдар каяражза. Здесь у нас иллюзий нет никаких, мы это все понимаем. Но понимая все это, тем не менее, стремимся и искренне будем стремиться дальше к заключению мирного договора с Японией. Украинак журналист Роман Цымбалюк Путинима фембалдма фыцакхат нербафтыд. Бафарштая салдар куттагай. Жағам Саш Харсканы варашей президент Донбассыл. Каната суаварты шуахтканзан Украинак денджи жонты. Суаварты сабаевзан варашей агахштаттыл. Кто установил блокаду между Донбассом и остальной частью Украины? Разве Россия это сделала? Это сделали украинские власти. Ввели сплошную экономическую блокаду территории, которые они считают своей. И они стреляют по этим гражданам, которых считают своими гражданами. Каун Хазарада Миневардер Бажмалыд. Журналисты Самадиш Коттак Абажрайрышт. Путин Айрахотта Нациум Проектан Шахчагда. Президент Байкошта Регионта Миневардтамдар. Жағам Уралай журналисты Самадиш Коттак Экологон Вавр. Шуанг Брон Хисантай Амбртканыны Коттакмадар Шерго Маждахтой. Президенты фарштой ена ниш зинадайдар. Жахта спортыма пайдаяк хойрагыл ану выткаю. Хойраджи тахай балвырттар. Пресс-конференции камудиш умфыцаго лазыгыл равыртой алхожон харинакта журналистан. Ирончирите дармазы будиш. Президент удондар уаржы. Абон тазы шахоштой агаждуней уасхашчитадар. Это блюдо всем настолько полюбилось, что мы не можем его убрать из меню. Пресс-конференции Масы Юмин авчада журналисты Шамбалд. Удонахшан на республикай Миневартадар. Его юта зафатсаха табалскот той ахамранма. Баргаса фандат Путин ма фарштраттандар. Фаласын асахат на бантышт. Арташахаты амасы порфонз минутма президент зуапратта ахшай фарштай фылдаран. Дуней арантайрайдай амашуанге бинонты сарды тыхай. Фембалды хорзинатта даруада барак дарынс. Президент зырднама фавайы. Автамай адамы сартфарогдар канынма барнон кушчита февналынс. Кулаты Юрий Гугаты Марат Александр Левченко и Раштон Хабарт Тамашкуя.